В соответствии с решением министра обороны в 2018 году на базе военной академии была создана первая в вооруженных силах рота информационных технологий. Основной целью функционирования данного подразделения является разработка программ и программных продуктов совместно с научными подразделениями вооруженных сил по заказу управления и командования Генерального штаба Министерства обороны. Нами сформирована специальная система отбора, согласно которой попасть на службу в роте могут только молодые люди, прошедшие обучение в ВУЗе по профильной специальности в области IT-индустрии. Они, как и все призывники, проходят медицинскую комиссию и тестирование для определения именно тех знаний, которые будут им необходимы для выполнения заданий в интересах Министерства обороны. В основном это выпускники БГУИРа, также выпускники БГУ, университета имени Машерова, имени Сухого. Абсолютное большинство из них имеет опыт работы уже по специальности. Это все-таки люди по большей части свои интеллигентные, не все быстро схватывают. Вот, не надо 10 раз повторять, требовать. Работаем на понимании с ними. На сегодняшний день одновременно службу в роте могут проходить 60 военнослужащих. 40 человек были призваны на службу осенью 2018 года, еще 20 человек планируется принять на службу весной текущего года. Когда поставили печать годен, я чуть-чуть побледнел. Вот, но тем не менее из военкомата я веселый вышел, потому что узнал, что попаду именно в эту роту. Питание, рабочие условия, и для жизни условия все прекрасные. Действительно постарались люди, душой отнеслись. В военной академии к нам подобрали в роту очень хороших офицеров, с ними всегда можно поговорить, они стараются помогать. Сейчас уже последние полтора месяца мы работаем согласно предназначению, то есть делаем проекты, выполняем задачи, которые нам поставило руководство военной академии. Главное преимущество во всем этом, то, что ты не теряешь свою квалификацию. Тебя могли, к примеру, назначить куда-нибудь служить более боевое подразделение, там ты не будешь практиковать свои навыки, а здесь ты можешь приносить пользу тем, чему обучился в университете, и это довольно-таки хорошо. Военнослужащие роты, как и все военнослужащие, проходят курс молодого солдата, начальную военную подготовку, общевойсковую подготовку и далее непосредственно приступают к решению задач по предназначению, то есть программированию. Мы продолжаем повышать их научный уровень и знания именно в области этапов, жизненных циклов и последовательности разработки образцов вооружения военной техники, чтобы наши солдаты, наши программисты понимали именно свою роль и место и ту важную задачу, которую они решают именно в укреплении обороноспособности нашей страны.